Рубрика «Жулики на Авито». Мало того, что сегодня клиент пытался меня обмануть по факту то, что он никогда не был ремонтирован, то есть я про телефон, так дело в том, что еще он пытался обвинить меня о том, что при проверке я взял и неосторожно поцарапал корпус его телефона. Царапали, прям там. Я хотел сказать, что я сам поцарапал, да? А? Специально, нарочно поцарапал. Не надо, а если не нарочно, неаккуратно. То неаккуратно. Хотя как это возможно, я не понимаю. Я понимаю. Суть в том, что телефон абсолютно ремонтирован был, то есть конкретно была переклейка стекла, корпус от слова герметичность 0, песчинки под основными камерами, так и под селфи. В целом, телефон был куплен со второй попытки, то есть поначалу я ушел, потом клиент все-таки позвонил, сказал, ладно, так и что быть, бери за 53 тысячи. Клиент какой-то странненький, я бы сказал, похож на перекупа, скорее всего, так оно и есть. Будьте осторожней, в целом, такие продавцы довольно обманчивы.